Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Я хотела всех сегодня поблагодарить, кто подписан на мой канал. Нас уже 40 тысяч подписчиков. Я очень этому рада, безумно. Я очень стараюсь для того, чтобы мои видео были интересны и познавательны. И я смотрю, что мои труды, да, оценены по достоинству. Дальше, я надеюсь, будет только больше. Я буду еще сильнее стараться для вас. И вы также будете подписываться на мой канал. Но по статистике почему-то, не знаю, 70% зрителей смотрят меня без подписки. Вот, я хотела вас попросить подписаться на мой канал, потому что если вы меня смотрите, значит, вам хоть чуточку интересно. Вам не сложно подписаться, а мне будет очень приятно. Поэтому оставайтесь со мной, и я буду стараться еще сильнее. 40 тысяч подписчиков. Я так каждый раз жду вот этой вот круглой цифры, да, такой юбилейной, 35, 40, 45. И безумно всегда волнуюсь, да, когда уже вот подходит там к тому, что вот уже скоро-скоро будет эта цифра. Поэтому большое вам спасибо, вы приносите мне счастье. Хотя, возможно, что на моем лице сейчас не особо видно это счастье, просто у меня немного детки приболели, и мы лечим сопли, так сказать. Вот, поэтому... Немного такой недосып сказывается на моем настроении, на моем лице, но все будет замечательно, все будет прекрасно, мы все переживем. И я хотела еще, пользуясь случаем, да, сказать всем, что соблюдайте, пожалуйста, карантин, это очень важно в связи с этими всеми, да, у нас теперь мировой такой ситуации, эпидемией. Но я думаю, что скоро все наладится, поэтому держите кулачки, все будет хорошо и посидите, пожалуйста, дома. А сегодня вот сзади меня находятся орхидейки, с которыми я начинала, собственно, свою ютубную такую, можно сказать, карьеру. Эти орхидейки были первыми в моих видео. Сейчас я вам поподробнее их покажу и о них расскажу. Эти орхидейки появились у меня еще до того, как я начала снимать видео на YouTube. Эта орхидейка с Оби была куплена за 250 рублей реанимашкой. Очень мне она понравилась. Такое было пышное облачко у нее, цветочка, в принципе, как и сейчас. И они были уже такие увядшие, но я ее с удовольствием купила. Она мне очень-очень понравилась. И вот она до сих пор меня сопровождает, и никогда никому я ее не отдам. Вот такая замечательная. Я ее хочу в скором времени пересадить. Я вам рассказывала в одном из прошлых видео, что корни ее выходцы из циофлоры, и вот веламен, да, который жил в циофлоре, он был такой темный-темный, и в конце концов я сейчас смотрю, что корешочки пропали, новые, которые в керамзите наросли, они отличные, и они все растущие, вот замечательные такие живые корни, вот видно, что корешочек вот растет, вот, но старые корни после циофлоры, они все испортились, не пережили адаптацию, поэтому я хочу убрать все гнилое, и не знаю, возможно, даже это сделаю именно с цветочками, не дождусь того, как она отцветет. Вот, поэтому, наверное, скоро ждите пересадку. Правда, да, вот в связи с событиями такими, многие магазины закрылись, или, наверное, даже все закроются на неделю, поэтому не знаю, мне же нужно будет приобрести, наверное, новый какой-то горшочек, вот, поэтому... Не знаю, подумаю пока, но в ближайшее время хочу ее пересадить. Так, и вот еще красавица Крэмбери Чача. Ну, очень уж она мне нравится. Причем, наверное, подписчики, которые давно на моем канале, вот, да, с самого начала, знают, что это орхидейка за 50 рублей. Кстати, это было, наверное, первое такое мое видео на канале, которое набрало много просмотров. Что-то около 15 тысяч просмотров. И для меня это была такая победа. Такой, можно сказать, свой личный рекорд, вот, и с этого, можно сказать, началось вот это, я вкусила, можно сказать, да, прелесть съемки, мне все это начало нравиться, начало вот именно нравиться озвучивать, да, видео пересаживать, до этого я как-то это все делала, да, мне это тоже все нравилось, именно как бы цветы, да, но озвучивать и вот на камеру работать... Я не получала от этого прям стопроцентного удовольствия. Но вот после этих, их было 4 орхидейки за 50 рублей, мне именно начало это все нравиться. И до сих пор я на 100% вот вживаюсь, да, в свою работу, на 100% выкладываюсь в каждом видео, чтобы и вам все рассказать, мне ничего, да, не забыть и все показать, рассказать.
и чтобы у вас тоже это все получилось. Эта орхидейка так и растет в банке уже второй год. В мае будет 2 года, как она растет в этой баночке. И как только она отцветет, я хочу прям разбить эту банку, достать ее и пересадить. Вот, видите, тут и водоросли куча. Она растет в керамзите. И там немножко-немножко циофлоры. Вот такая растюшка. Когда я ее купила, у нее было всего лишь 2 листика и практически не было корней. Ну, такая замечательная теперь у меня орхидейка. Ни капельки не жалею, что я ее приобрела. Кстати, выжили почти все 4. Одну, можно сказать, сама я загубила, посадив ее в чистую циофлору. Вот она пропала. Да, 3 орхидейки выжили. У моей мамы белая орхидейка, крупная, как раз тоже вот вместе с ней была купленная за 50 рублей. Групповая посадочка. Конечно же, в начале моих видеороликов это были 2 отдельные орхидейки. Они росли в таких вазочках отдельно в коре, вот. Но потом я решила посадить их вместе, так как они стояли рядом, и корешки от одной от другой прям друг к другу так вот в горшочке переплелись, и даже когда я пыталась как-то их разъединить, ломала корни. Поэтому я решила, пусть растут вместе. Теперь вот они вот так вот растут, да, в такой вот вазочке все вместе. У них очень хорошие корни, вот. И такие мои красавицы. В этом году они прям пышно цветут, но это уже начало отцветать, видите, теряет свои цветочки. Как раз покажу вам ее, наверное, последнее ее цветение, ну, можно сказать, в этом сезоне, да, это весной. Вот, летом она, конечно, может еще выпустить цветоносик, но пока, наверное, она будет отдыхать. Новых цветоносиков у нее пока не предвидится. Она собралась нам растить листик и новые корешочки, чему я тоже очень рада. Вот. Ну а ее соседка не собирается сдаваться, не сбросила еще ни одного цветочка, дорастила нам бутончики. Жалко, что она выгорела, вот нужно уже в срочном порядке притенять окна, потому что очень сильно выгорают цветы. И вот смотрите, даже у нас солнечный ожог. Но она начала растить уже новый листик, и получается закроется этот наш ожог новым листочком. Цветы, которые вот расположены у нас в комнату, они такие темненькие, красивые. А те, которые как окошку, они вот выгорели. Очень жалко, но все равно она очень красивая. Притяну окошки, не будут выгорать. И вот еще красавица, это орхидейка с пенечкой. Тоже мне муж купил орхидейку, не посмотрел, что на ней были черные пятна на шейке. Ну, тогда еще и я, так знаете, особо не присматривалась при покупке орхидей на черные пятна. Обычно выбирала по цвету и все. Вот он мне выбрал, она очень долго всегда цветет. У нее цветы прям похожи на восковые. И очень-очень долго она цветет. И вот орхидейки загнила шейка, я ее зачистила. Вот, и остался пенечек и цветонос. И вот цветонос очень долго цвел, и как только он отцвел, создал вот такую прекрасную детку. Кстати, эти цветочки дольше цветут 2, а это она уже дорастила бутончики, видите, цвет немножечко отличается. Но она очень красивая, и вот такая вот жирненькая деточка. Но у нее в посадке добавлен перлит. Я смотрю, что ей не очень нравится перлит, поэтому я буду его убирать. Хочу прям вытащить, просто в этот же горшочек ее посажу. Просто уберу перлит, помою керамзит и засыплю. Если хотите посмотреть такое видео, то я сниму. Если нет, то я быстренько это сделаю, можно сказать так, сама, наедине сама с собой. Если интересно, я могу вам тоже снять такое видео и показать. Просто оно будет легкое, да, ничего сложного. Просто вытащу, помою и засыплю. Обратно уберу вот эти сухие корешочки. Даже это можно сделать, в принципе, и вот с цветами, ничего плохого с ней точно не случится. Вот, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшний свой ролик. Еще раз хочу вас поблагодарить и попросить тех, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь на него, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всех люблю, целую, всем огромного здоровья, всем пока-пока, мои хорошие. До новых встреч, до новых видео.